Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать сачок карандашом. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Намечаем сверху листа вот такую вот наклонную линию, которая идет вниз. На конце мы намечаем треугольник. Немного приподнимаем, если нужно. В целом у нас должно снизу остаться расстояние чуть побольше, чем сверху. Прорисовываем толщину ручки сучка. Небольшую, довольно тоненький. Слева сделаем небольшой наконечник. Такой пластиковый элемент. Такой ширины небольшой, где-то около сантиметрика, и также на конце тоже такой вот будет пластиковый элемент, который немного выходит за края. Держатель, который соединяет ручку и сам сачок. И далее начинаем прорисовывать вот такой вот овальчик. Он как мыльный пузырек будет расширяться. И затем его линии с левой стороны, вот, собственно, сужаются и входят в ручку сачка. Затем мы намечаем тоже толщиночку небольшую. Сразу можно тоном ее проработать, таким средне-сереньким. И с другой стороны также. Проштриховали, убрали лишнее ластиком. И затем сделаем более темный тон снизу. Далее начнем прорисовывать сеточку. Она у нас будет как раз-таки на вот этой проволочке, которая сверху располагается. Мы намечаем такой вот силуэт, немного волнообразный. Доходим до низа, закругляем треугольничек, получается у нас такая пирамидка перевернутая. И соединяем с краем. Снизу прорабатываем тень, делаем ее потемнее, сверху будет посветлее участок. Так у нас там образуется небольшой объем. Карандашиком HB начинаем проштриховывать ручку сачка, направляя движение прям по его направлению. Точно такие же. Называется штрих по форме. Вот эти вот участочки мы притемняем карандашиком 2B. Делаем их более темненькими. И снизу усиливаем тон, чтобы показать объемы. Также снизу по всей длине проштриховываем, отступив немножечко от края, чтобы снизу у нас был небольшой тоненький рефлексик. Тоже будет придавать дополнительную объемность. Затем нам нужно с вами будет наметить сеточку. И мы аккуратненько начнем вот так вот прорисовывать сеточку под наклончиком, отступая небольшое совсем расстояние друг от друга этих линий. И так доходим до конца. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Затем мы изменили угол наклона и сделали такой перекрестный штрих линий, тоже на таком же расстоянии друг от друга, и получили такую сетку. Теперь на дальнем плане также мы ее намечаем и обозначаем в противовес в другую сторону и получаем сеточку.
В местах соединения, где у нас образуются эти ромбики остренькие, мы там делаем такие точечки. Это точечки, которые скрепляют сеточку и железную часть, проволоку сверху. И вот такой сачок карандашом у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!